тот самый телефон. Да. Я первый раз увидел у министра иностранных дел Козырева. За ним ходил человек, который это за ним носил. Вот какая-то церемония, вот, ну и там, ну и по принципу там типа, а вдруг Ельцин позвонит, вот идет человек, и Козырев что-то там вручал, а я там не знаю. Мне выглядело чрезвычайно, но все равно было очень прогрессивно. До этого мы видели такие эти аппараты только там. Это Жуков из Берлина звонит Сталину, он так же, вот такие же. Это вот первая модель, которая не является сундуком. Да, да. А дальше были сундуки. Да, сундуки, такие, да. Они совсем были на фронтовые, похоже. Да, они совсем были. А эти вот... И причем у них, видите, у них его нельзя не положить, его можно только выкинуть. Его. Да. Они лежали в портфеле, обычно. Потом в портфеле, да. Потом стали подсечки. Потом даже тоже ведь первая, которая была вот эта крывушка такая с вытягивающейся, да. Ее все равно в кармане было тяжело, она любой карман оттягивала, это было нереально. Поэтому пристегивали к поясу, и она вот тут. А этот только поставил в ресторане, все, стоит на первом. Да, это вот это. Вот так, когда открывашечки были, у нас был трактир тогда взаимоотношения в очередной раз с властью. Вот, и у нас вместо Ельцина поздравлял Пугачёва народ, на НТВ с 94-го на 95-й. Вот, тогдашний ее муж, сопровождавший ее в записи, он простодушно спросил, там Сашу Фатьмана был мобильный, он стоили тогда 5,5 тысяч долларов. И Филипп, не болгарский, причем хорошо помню, чтобы другие не были. Как ты думаешь, практичная вещь, если стоит вот дуру такую заводить, вот по такой цене. Знаете что, давайте мы это, забегая вперед, раз мы все про электронику было, вот это для вас приготовлено. Электроника, поскольку это